одержал Александр Невский, победитель. Проблема уже обозначена, и политики памяти, подчеркиваю еще раз, уделяется сейчас огромное внимание. Это своего рода уже не просто удел ученых, а это государственная политика. Александр Невский является как раз одним из символов защиты нашего государства от внешнего врага. Мы сегодня разбираем темы, начиная от общих, соответственно, о том, кто это такой в истории России, и заканчивая такими небольшими, как говорится, но очень важными темами, как отражение Александра Невского в российской памяти, формирование образа героя для российской действительности, и даже такой момент, как, например, отражение деятельности Александра Невского в кинематографе и в литературе. Сегодня мы планируем обсудить вопросы, связанные с его биографией, с его деятельностью как полководца, с его деятельностью как дипломата и с его, соответственно, значением для дальнейшего истории России, именно в плане того, что все-таки герой – это какая-то основная стратегема все-таки российской действительности, российской современности. Александр Невский, как много